Всем доброе-доброе утро, и влог начинаю с того, что иду на работу. У меня вот такой летний длинный сарафан. Я вообще такие сарафаны не очень как бы любила, но когда в том году увидела этот, одела, и мне очень понравилось, как он на мне смотрится. Я купила себе вот такие вот классные саба, кожаные, беленькие. Сейчас ходить одно удовольствие. Сейчас пойду еще одену. У меня есть браслет серебряный на ножку. И вот так вот смотрятся эти украшения, которые вчера я купила. Мне кажется, очень красиво дополняют мой образ. В общем, девчонки, я на работу. Девчонки, всем большое спасибо за ваши комментарии внизу под видео, под последним. По поводу моих губ, кто-то там написал, что давно меня не смотрел, что у тебя ужас, какой с губами. Ну, во-первых, я их увеличила уже очень давно, и у меня всего-то там чуть-чуть, у меня не увеличено 2-3 миллилитра, у меня там всего даже единицы нет. У меня всегда были пышные губы, я никогда не страдала от того, что они у меня какие-то были очень тонкие, или их не было видно. Просто когда человек худеет, лицо худеет, то все, что у него крупное на лице, это нос и губы, становится, как бы, ну, кажется, что они стали больше еще. Девчонки, у меня красивые, прекрасные губы. Просто худенькая личка. Девчонки, я знаю, что сейчас дети все на летних каникулах, и не знаю, с чем их вообще занять, что бы с ними поделать. Я обратилась в свою любимую фирму, которой я уже не раз покупала, вот такие вот 3D пазлы очень классные, которые у нас у детей стоят, картонные конструкторы. И я увидела, что у них появилась вот такая вот новиночка. Это конструктор. Бывает, там есть серия из нескольких видов. Вот я выбрала мир жучков Матвею. И этот конструктор сделан из качественного пластика. Фирма называется Кубрикс. Вот. И этот коллекционный набор. В общем-то, здесь можно собрать любых жучков-паучков. И давайте посмотрим, что же там внутри и насколько ребенку будет интересно. Так вот, смотрите, в этом наборе 321 деталь. И это все идет сертифицированный пластик. И посмотрите, как удобно. То есть ребенок, когда берет пакетик, то есть он уже видит, что из в этом пакетике он соберет вот такую деталь, да, в другом пакетике другую деталь, в третьем третью и так далее. То есть он может начать с того, что ему понравилось. В этом также наборе есть наклейки, да, например, там «Боже, коровка», надо будет наклеить какие-то наклеечки. И здесь есть очень интересная интерактивная инструкция. По QR-коду вы проходите, и все будет видно. То есть можно будет посмотреть, как что собирается. Так, вот Матвей уже начинает изучать. Ну-ка, смотрите, он зашел через QR-код, и вот он выбирает свой конструктор «Мир букашек». И здесь он может собрать любую деталь. Ну-ка, нажми. И можно вот так вот играть, видите? То есть дополнительно время сборки 6 минут. Здесь можно посмотреть, если что-то ребенку самому непонятно, как собирается деталь. Сделай погромче. Прежде чем мы начнем ее собирать, вы видите, давай извлечем здорово из пакетиков все детали и разложим их перед собой. То есть с этим конструктором справится просто любой ребенок, и это будет, ну, очень классно. Вот видите, все тут показано. Короче, девчонки, я рекомендую, а Матвей сейчас пойдет собирать. Вот так Матвей сидит на полу, закрылся от них. Ему так удобнее на полу, он так решил, да? Ну, покажи, кого ты там собрал. Щелку. Ну, расскажи нам свое мнение, пожалуйста, по поводу конструктора. Сейчас, так. Конструктор прекрасен, ясен пень, да. Мне очень понравилось, что тут есть легкая и очень понятная инструкция. И я хоть по видео не собирала, но когда я посмотрела видео, в принципе, там было, ну вот, прям очень все понятно и, как сказать... Ну, подробно, да, все? Да, подробно.
И, в принципе, он легко собирался. Ну, интересно, есть... да? А как по качеству? Все хорошо, да? Да. Все состыковывается, ничего там не надо там. Ну, классно. Теперь что будешь собирать? Теперь собаки, уйдите. Буду собирать муравья. Ну-ка, покажи. А ты сейчас кого собрал? Пчелу. Вон она. Да, да. Ну, иди ставь. Он любит все вот так выставлять там у себя. Это прям это... его любимое. А, это шмель. Шмель. Иди, выставляй его. Так, и у нас первенец. Первенец родился. Шмеля. Будет стоять и хранить нас. Девчонки, вон он его зацепила. Я говорю, пошли, говорю, гулять. Он говорит, подожди, я сейчас, говорит, еще пособираю. Все, Матвей собрал таракашку, хотел меня им напугать. Смотрите, девчонки, какие качественные детали. Это абсолютно не реклама, это вот реально то, что, чем я развлекаю своих детей. И Матвей сказал, что мама, говорит, намного круче, чем всеми знаменитый любимый конструктор, который стоит бешеных денег. Так вот, девчонки, запоминаем Кубрикс, Kids для детей. Я обязательно вам оставлю ссылочку в инфобоксе, также оставлю ссылочку в телеграм-канале. И чтобы вы видели, что мы реально из этой фирмы покупаем, да, конструктора. Матвей, где наши деревянные? Постой, вот, 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 вот череп. Вон у Матвея череп есть. Куда-нибудь. Вот. Видите, какой черепундель. А у Дани... У него там еще какой-то. Где он у него? А где он у него? Вот он. Спрятался. Ой, у него вот, видите, какой. Нам очень нравится. Прикольные штуки, такие стилевые. И вот это, ну вот правда, прям крутой. Рога. Всех напугаю, съем. Мы с Матвеем пришли в парк. Мы здесь крайне редко бываем. Может быть, второй раз за все время. Третий. А у нас здесь Даня просто репетирует. А, они репетируют танец на выпускной. У нас будет общегородской выпускной. А вот здесь, вот где вот эта вот ротонда, вон она, там будет глава им вручать медали. Они пока репетируют, мы ходим гуляем. Дышим воздухом. И вот как красиво смотрится это украшение под мою синюю кофту. Вообще круто. Доброе утро. Смотрите, какая у меня красота. Мы вчера вечером гуляли. И я нарвала вот таких вот пионов у соседей. Они просто потрясающие. Вот у меня никак не приживаются пионы. Я так мечтаю. И все никак. Надо изучить и осенью посадить. Говорят, их надо сажать осенью. Но это у нас вообще ну, никак не приживается. Что на той даче? Просто была только зеленая ботва. И на этой пока тоже ничего не получается. Но я изучу этот вопрос более подробно. И постараюсь, конечно, посадить и вырастить. Но это просто сказка. Девчонки, показываю покупки с Валберес. Мы для септика используем вот такое вот средство. Биосепт. Нам когда ставили септик, и вот именно он у нас был засыпан. И получается муж раз где-то в месяц, наверное, или раз в два месяца засыпает пакетики. 10 таких или 12 пакетиков. Ой, нет, или 24 пакетика. Давайте посмотрим. И там вот эти средства. Сейчас. Надо открыть. Блин, сейчас. Это вот такие живые бактерии в таких пакетиках. Их 24 штуки. И они засыпаются, мне кажется, или в унитаз, или туда. Не знаю, не могу утверждать. Муж этим занимается. Просто купили на Валбересе. На Валбересе они стоят дешевле. Они также есть в Леруа. Но на Валбересе вышло подешевле. Дальше я купила себе вот такую ниточку Люрекса. Сейчас тоже вам открою. Это я себе купила для того, чтобы связать
паутинку с люрексом. Такой красивый серебристый стальной такой цвет. Вот. Мне кажется, будет, смотрите, как оно блестит. Красиво будет. Далее я купила, вот у меня эта фирма, вот эти велосипедки. И я взяла вот такого цвета бежевого. Девчонки, это самые клевые велосипедки, шикарного просто качества. Они очень хороши в носке, с ними вообще ничего не случается. Они прекрасные на, по качеству, они не просвечивают, трусы. Знаете, вообще суперские просто велосипедки. Я обязательно вам оставлю ссылочку в Телеграме. Вы заходите, и все там есть. У меня 46 размер. Вот у меня вот такие же. Я их ношу уже больше года, наверное, девочки. У меня такие есть еще темно-зеленые. Но там надо цвета всегда мониторить, их очень быстро разбирают. Удобная резинка, короче, классная, я прям вам рекомендую. И взяла себе вот такой тональник, у меня уже есть от этой фирмы Luxe Visage. Просто взяла тон потемнее. Сейчас. Вот такой тональник Luxe Visage Skin Revolution. Тон 25, натуральный. Он просто идет потемнее. Неплохой такой тональная основа. Как бы мне нравится она такая. Ничего. Она, конечно, не люксовая, но смотрится тоже хорошо. И для собак я купила такую бандуру из пеленок. Это пеленки гелевые с липким фиксатором. 45 на 60. Стоили они 500 с чем-то рублей. Ссылочку тоже оставлю. Еще Даня он собирает коробки для обуви. Я взяла их 10 штук. Буду распределять. Сейчас вам все покажу. Так, девчонки, смотрите. Я на просторах Инстаграма, подписана на разных там девочек, увидела вот такие классные для обуви ящики. Есть более дешевый вариант, я взяла подороже вариант. Они вот открываются с такой плотно пластиковой крышкой, то есть очень удобно. В комплекте к ним идет вот такие ароматизаторы. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, ароматизаторы для обуви. То есть вы бросили сюда, и приятный аромат источается от этих коробок. Тут вот какое-то типа... какая-то штучка вот такая, и она закрывается. И Даня, что там еще ты делаешь? Я их соединяю вместе. Их еще можно вместе соединить, да. Подожди, давай тогда отнесем в гардеробную и соединим. И получается как целая полка. Так они соединяются, да, не соединяются. Так что, девчонки, обязательно ссылку оставлю. Сейчас пойду раскладывать обувь. Ты, конечно, обувь пойду раскладывать, но у меня что-то вступило в спину. Вообще не могу просто. У меня аж такое ощущение, что, знаете, вот в поясницу кол вбили. Кофта моя лежит, с которой я вечером хожу гуляю. В общем-то, жарю своим картошку с беконом. Нет, Дань, 4 много будет, по 3, наверное. Чтобы они... как бы 5 снизу, 5 сверху. А мне столько места там, наверное, не будет в гардеробной. Надо посмотреть, пойти. Пойдем оттащим, посмотрим. Вот. И что еще? Сдали мы общество знаний. Я вам уже написала. Я Даню заставляю искать институт, и он психует. Я тоже нервничаю сегодня, полночи не спала, потому что все думаю, куда и как, и на бюджет поступим, не поступим, пройдем, не пройдем. Но мы будем пробовать разные варианты. Чем черт не шутит, а может быть и будут проходные баллы ниже, чем в прошлом году, и нам удастся пройти. Но у нас еще нет английского языка, но, по крайней мере, мы должны, ну, тут я считаю, что уже нужно точно определиться с вузами, и можно выбрать 5 вузов. Сейчас все подается через госуслуги, очень интересно и очень удобно. Я сегодня заходила и смотрела, как это все подается. И, в общем-то, будем ждать.
Сейчас английский, как придет английский, сразу будем подаваться в институты. Но самое главное, чтобы он выбрал направление все-таки лингвистика, либо юриспруденция, потому что с нашими как бы экзаменами можно еще на юриспруденцию попробовать. И можно попробовать, например, рекламы связи с общественностью. Так что вот пусть он смотрит, как бы вот так. Я сейчас пойду раскладывать, как раз протру обувь зимнюю. В общем-то, вот так. Девчонки, посмотрите, как прикольно получается. В гардеробную все это дело встало. Они все соединяются один с одним. Очень удобно. Я протерла, положила. Вот сюда еще получается ушло. И можно еще купить. У меня на 10, можно купить на 8. Как раз вон туда вот. В этот пролет встанет. И очень как бы все видно. Удобно доставать, удобно убирать. Прочный вот этот материал. Я прям очень довольна, что я подсмотрела вот этот вот лайфхак у блогера в Инстаграм. У Лизы медаль, все. Она теперь тоже медалистка. Да. Ты медалистка теперь, да. Лиза, вышли. Выходим. Не могу ее выпустить, мои там что-то за забором. Ева, выходи. Тима, а что забор открыт? А? Они делают велосипед. А что вы делаете? Что вы делаете? Лиза, я не могу тебя выпустить. Пойдем посмотрим, у нас там клубничка еще не выросла, красная. Я уже одну девчонки съела. Выходной. Или день назад, или два назад. Есть уже красная. Клубничка! Скорее клубничка. Так. Давайте будем собирать. Я еще вонник покрасил. Вот уже тут. Два, три, четыре. Блин, надо ее. Все на что-нибудь положу, на какую-нибудь ткань, что ли. Это жалко, она прям на земле лежит и гниет. Четыре. Лиза. Четыре клубнички. Каждому по клубничке сейчас. Помыть ее. Давайте. Красота. Лиза. Ай. Могу над ним. В общем-то, буду заканчивать свой влог. Потому что сейчас прям на совсем долго у меня не получается снимать, потому что в голове куча разных идей, работы и не то что идей, а заморочек с университетом. Сегодня девчонки даже немножко там в телеграм-канале немножко, знаете, так это, ну, друг другу противоречили по поводу поступления. Девочки, очень прошу, не ругайтесь, у всех разные истории, у всех разное как бы мнение, у всех, ну, кому-то, блин, везет, кому-то не везет, я не знаю, как, с чем это связано, вот, всем как бы мир, нужно поддерживать друг друга, вам большое спасибо за ваши поздравления, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я надеюсь, что это все нам передастся обязательно. И будем поступать в любом случае. Буквально через 2 дня у нас выпускной. Сейчас голова тоже забита этим, потому что я же в родительском комитете, и мы там с девчонками надо отвезти. Завтра нам в ресторан завозить всякие соки, воды, всякие, в общем-то, штуки для выпускного. Я не обещаю, что буду снимать видео на выпускной, но фотки вы по-любому увидите
в телеграм-канале, и по-любому вы их увидите в моем инстаграм. Я вам рекомендую обязательно подписаться. И, в общем-то, всем спасибо. Увидимся очень-очень скоро. Я вас всех целую, обнимаю. Всем пока!